Всем здорово, с вами Аби Небелка. Меняшка Торла. Да, только кто-то не успел сказать, кто еще с тобой. Вот, ну, я еще раз Кто? представлю, только для ее канала. Вот, я Аби Небелка. Вот, мы продолжаем играть в Elsword. Это игра в Стиме. Забавненько. Так, Да. что мы делаем? Да, мы идем бить. У нас теперь пиздатенькие костюмы. Извиняюсь, выражение. Идем бить. Да, можно так приблизить. Так, давай, знаешь что, сразу же вот так вот. Что вот так вот, как вот так? Temple Cakewave, Dungeon, Very Hard. Поехали. Ну да, как всегда по хардкору. По пост-хардкору. Я слушаю только пост-хк. Да куда ты пошла? Не знаю. А куда идти? Никуда не идти. У меня там знак вопроса горит. Кстати, хочешь на меня посмотреть без костюма? Смотри. Я костюм снял! Окей. Ты же сам сказал, хочешь посмотреть без костюма? Я успел. Поздно уже. А куда ты делся? Я пошнулся. Куда? Ты не пошла со мной в данж? А ты, мы, кстати, не в пати с тобой? Я тебе пати кинул. Ты меня не кидал? Я тебе кидал пати. У меня нету пати. Зашибись! Я теперь не... Как? Да, я тебе кидал пати в самом начале игры. Ну, знаешь, ты ее хорошему, предала. вообще-то мы меняли канал. Ну чё так? И не надо мне тут ля-ля тополя. You cannot entire the auto party white version buff. Да, кстати, сразу не советую лично вот, ну, вчера, когда я поменяла настройки управления, я поняла, что это полная хрень, я полностью запуталась. Меняй обратно на стандарт. Я и так поменяла на стандарт. Ну что, теперь ждем, пока я это... Нет, у тебя у меня откат. О, не за меня. А, нет, просто это очень маленького левела. А, ну правда. А, не, ни хрена. Как-то вырос, блин, и я маленькая. Ой, у меня квест. Сюда. Короче. Это дядька. Как сделать так, чтобы я не искал... А, статую скорее. Ну, теперь поехали. То есть мы с тобой вдвоем будем на этом данже, чтобы не искать пати. Вот что я теперь делаю. Это допёр, как теперь делать... Да, кстати, ребят, я сегодня купил себе премиум аккаунт. Вот. Там гера, я тоже разобрался. Тема штука. Я до сих пор не разобрался, как, блин, ставить гребаный титул. Так, у меня там видео сделано. Ух ты ж, боже, что ли. Ну, Вася. Я не буду, Вася. Тем более видео про Resident Evil Revolution. Да, про который у меня не записалось. Да, ребят, кстати, кто не понял, но если меня что сразу же кинет на свой канал видео, если там будет от меня, у Вики были проблемы со звуком, меня не было слышно, так что там будет однообразное видео, вот, то есть с моей стороны. Да, и чуть-чуть подлагивающе. Нет, не поначалу только, потом нормально все. У меня, кстати, блок есть. Ну круто, чё? Нет! Нет! Рано туда. Такая музыка тут, я первый раз услышала и, ну, звуки включила. А я вообще не слышу, кстати, звуков. То есть я слышу звуки, но я музыку не слышу, потому что я вообще любая музыка в игре, раздражает, умри. Так, вниз, вниз. Да. Тут есть два прохода, вверх и вниз. А я хочу наверх. Мы вверху уже были. Солнце, пошли вниз. Когда это мы вверху уже были? Сегодня же здесь мы уже были в этом данже. Мы были вверху. А я хочу пойти вниз. Мужик упрямый, а? Угу. Видишь, как обезьяна стоит. Вот именно, ты как обезьяна. Почему как же обидно? Так.
Кстати, мне нравится, у меня через заставку мои скриншоты игры показывают. Так, везде вообще-то. Нет, не везде. Везде, у меня тоже так же. Саундкик? Это у тебя саундкик, а у меня много слышит. Я это вижу. Ой, ужас какой. У меня как всегда мамы нет. Ой. 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 Я понял. Прям музыку надо вставить. Та-та-да, боимся. Спасайся, кто может. Пинок ему дала. Хватит его пинать, бедного. А ты чё такой маленький? Ты посмотри на это. Ну фак из здесь. Я ему всё равно 26 тысяч дал. Так он мелкий. Нет. Я что-то вроде бы успел. Да я нет. Блин, ребят, прекращайте играть в доту, серьезно, доту по говно. Потому что, блядь, ну не все играют, ну так важно. Ну там делать девушки, а если не делать. Девушки, если вы ищете, блядь, себе фарм, не надо там искать себе фарм. В доте? Я есть подруга, подруга, которая, ну, решила меня просто так добавить. Мол, ей понравился. Вот она играет в доту, собственно. И... А! Ну зачем ты пошла вперед? Эти монеты. О, ужас. Ты обанкротишься. Да. Да. А че он стоит? А, вот. Копьями кидаться. Ну, кинь копье, нано. Видела, видела, да? Нет, не видела. Прекрасно, ребята, вообще красный не видел. О боги. Все о себе рассказал. Зато за 5 лет меня кое-кто до сих пор не видел. Чуть малявка. Я девушка. Куда там пинаешь? Да? Зачем? Зачем ты это делаешь? Во-во, полегче. Тут Danger написано. Ой, боюсь. Видно. Не до дерева. Ай, ёбля! Я еще не посмотришь. Два пинка и он вот. Девочка рулит. Тем более, учитывая того, что у меня пушка. Так, почему тут девочка? У меня пушка на +4. Ну ты меня загородил. Это ты меня загородила. Я тебя ножик вообще проткнул. Садист. О, да. Белка садист. А, премиум. Плюс 647 премиум. Вот видите, как это зашибись. Мне лута на две строчки. Собственно, я его сделал. Мне надо его отдать. Ну, ой, боже мой, хватит болтать. Давайте играть. Story quest. Кубик. Кто? Какой кубик? Ну, мне какой-то кубик выпал. Ну, мне заточку дали. Ну, ладно. Да, он шел в лоб. Ну, чё, пойдём ещё? Секунду. Вообще, игра, на самом деле, не такая уж она и... разнообразная. Как я вижу. Тупо бегаешь, качаешься, убиваешь, делаешь какие-то квесты. Так. Данжон. У меня опять же почему-то там квест. Мне нужно Данжон 5. Train Life Crystal. Знаете, вот эта вот игра, видимо, она, знаешь, такая для расслабона. Угу.
Пошли по новой. То есть, куда тебе, да, там надоедает? Убийство человечков. Ну да. Только теперь мы пойдем наверх. У каждого моба дроча. Ну то есть деревья оставляем, не по квесту надо. А, нет, мне ведьм надо. Два из четырех. Ой, я разял. Мне ведьм надо. Учите. Ой. Прыгает на месте что-то. А, у меня мало нет. Ну нафига ты ассалт кик использовала? Не знаю. Знаете, что я могу тебе сказать? Вика, это такая кика. Ну ладно, там Димик, там не было. Да. Особо Warzy. Кстати, да, скоро у нас, ребят, на каналах будет Warzy. То есть Вика ночью. Да, я тебя сегодня хочу. Нет! Да, особенно когда там будет на сервере ночь, это вообще замечательно. Иди в попу. Так, ты вверх или вниз? Я внизу пошел в ногу принять. Нет, про сегодня, про Warzy мы с тобой не договаривали. Да, нам, ну, хотя, в принципе, можем и завтра заснять, потому что сегодня у нас еще есть 4 лига. Нет, 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 какой, ты же наверх хотела. Ну ты прям все планы рассказал. Да. Да, не быть тебе этим. Я бабка Ванга, не можно. Ты не бабка Ванга, ты балаболка Ванга. Ага, конечно. Кстати, Ванга великая идиотка на самом деле. Я знаю, боже, что мне солнышко. Ага. Пошли. Ага. Вы просто себе не представляете, как я люблю делать кики на ВВЕ. Чего? Особенно в этом. C9. Ребята, у меня на канале есть видео, я не знаю, если оно увидите, там где-то арену, конечно. Там Вики делал по ВВЕ. Но первый раунд там она два раза упала в воду. А потом я просто один раз ей дал фору. Как? Подожди, ты сказал C9? Да, S9. Континент оф Найт. Там, где у меня ассасина, у тебя. Ааа, блин, я опять не забрал! А там, кстати, это ввели под профессию магичком. Да, это, оказывается, не класс был, а под класс. Да. И, ребят, Тём и Никит. Извиняйте, конечно. Сейчас на данный момент не охота читать. Если, конечно, будете это смотреть. Вот, кстати, готовьтесь к тому, что мы продолжим скоро. Балаболка, а? Не ругайся, вдруг нас дети смотрят. Пацаны, сразу губу раскатывай. Не спрашивайте, почему, в принципе, можно догадаться, почему я ее называю солнышком. У меня полпланеты называют солнышком. Угу. Но не тот, кто к тебе приезжает, и с тем ты... Что, пил пил? Что, пил пил? Да, конечно, пил. Слэш. Я из-за тебя упал. Ну так тебе и надо, балаболка. Некоторые вещи вообще не надо, не надо говорить. Ребят, ну правда, я очень много вещей. Убью. Убью. Я молчу! Ты попал в сюрприз! Ой, солнышко, когда ты все запинаешь? Отстань, я развлекаюсь.
Что? Дубиной по голове. Конечно. Чего они разбиваются? Вот. Так долго выбило. Будет босс? Грибочек. Грибочек! А, прикинь, короче, меня... Чего? Так. Прикинь, меня вчера брат с работы, когда возвращался, он принес грибов. Грибы в Москве и возле больницы детской. Ты как это себе представляешь? В Москве и возле детской больницы? Да, он принес целый пакет грибов. Сыроежек. И они, кстати, вполне съедобные. Правда, он их хреново промыл, так что мы едим вместе с песком. Романтика, не правда ли? Да. Да. Блин, мне чуть-чуть до апа, короче. Ой, на чуть я нажала. На эту карту типа. Так, это скиллы. Меня просит назад. Не хочу я назад. Мне тут что-то понадавали, короче. А, прикинь. А, нет, ну, ничего. Я подойду тебя. Ну что-то тут уже начинают давать от сета. Куда я залез, ты даже не представляю, какой-то кубик. Ну, собственно, вот, экс-буст медаль на еще на 18 часов. В чем тебе весь, ничего не дают, а мне не дают? Знаю. Чем мой лох такой? Так. А кэш? Ты говоришь, титулы не мог найти, как ставить? Ну. Ты где? Не знаю, я нажал на add cash. И у меня встала картинка. Я тебя найти... А, вот ты. Ха-ха! Я нашла, как титул ставить. Давайте попрощаемся, потому что, блядь, у меня встало видео и пиздец. Зачем? Я даже альтануть не могу. Ну ладно, самое главное, у меня записывается. Теперь зайди.